have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! Да-да. С вами Оладушки! Привет, привет! Всем хеллоу! Да, сегодня мы опять с нашим экспертом Козмо, которого в этот раз зовут Дэн Икс, цифры, цифры, цифры. И сегодня нам будут рассказывать секреты, как доминировать в этом режиме. Я тебя слушаю. Не обещали тайны, короче, я хочу тайны. Сейчас мы будем десантом. Пойдемте. Поехали. Кетчуп, иди. А, ты тут. Пойдем. Я тут. Хорошо. Берем вертолет. Надеюсь, что он в этот раз улетит. Садимся, тут есть два места. Ну, точнее, в смысле, надеюсь, а что с ним было в прошлый раз? Так, два места. Погодите, я сейчас к вам сяду. Вот, секундочку. Я его просто солянкой заправил. Нормально. Все, закрываем дверь. Потратил весь керосин на чистку зубов, пришлось заправлять вертушку солярой. У нас тут, знаешь, я смотрю сейчас, где находятся окна и где находятся наши глаза. У нас тут может развиться синдром штурмовика, когда мы будем стрелять и не попадать. Ну ладно. Так. Не, ну в принципе, меня все видно. Открой дверку сзади. В принципе, я вообще вне вертолета, но это другое. Как дверь сзади открыть? Сзади я могу открыть. Давай, тут запрос. Смотрите, значит, я сейчас спрашиваю груз на Альфу. Груз — это мы? Вы тоже. Короче, давай я открыл дверь, вы сажаетесь. Я могу просто прыгнуть, сейчас... я не убьюсь? Да, ты прыгай. Сейчас тогда еще вам скину вот это, пушку и ящики. Все, захватывайте базу, я полетел. Захватывайте, я полетел. Минуточку, а ящики что делают? Это патроны. Ящики? У нас же... Ладно, давайте я к вам тогда. А, мы захватили, все. Забирай нас, поехали дальше. Не-не-не, мы будем обороняться, он там танк вражеский. Не правильно, ты вертолет садишь. Да вообще все равно. Да вообще все. Где там? А, вот. У нас все хорошо. Значит, сейчас я нам построю бункер. Из ящиков? Да, из ящиков. Ай, по тебе кто-то... Что происходит? Все, готово, бункер сделан. Как ты его построил? Там нужно специальный инструмент купить. Блин, там танк! Как мне выехать из бункера? Там никак, ты танк, не можешь ездить. Что-то сделает? Ну лафет тут просто для красоты, я понял. И во что мне стрелять тогда? В стенки? Нет, они у тебя простреливаются. Офигеть, все, я понял, вон, я вижу танк. Да, по тебе попасть никто не может. Ну, то есть, по тебе невозможно нанести мне урон. Зарядись! Сейчас двери еще закрою. Осмелился. Я сейчас себе построю тут пушку. Все, дверь... На, двери, оказывается, есть. Сейчас я сейчас тогда перенесу сюда. Слушай, это не за робаксы комплект, чтобы строить? Нет, не за робаксы. А как мы об этом раньше не знали? Кетчуп, что это за фигня? Ну, я вообще могу тебе рассказать, да. И чем проблема? Ну, зачем? На самом деле, зачем? Давай будем ходить и проигрывать, когда можно просто взять и замуроваться на точке, и тебе никто ничего никогда не сделает. Зачем ты сейчас я вам еще ПВО построю, подождите. Да убейте вы этот танк, пожалуйста. Я не могу, он у меня ниже уровня О. Ничего, сейчас нам остается только противовоздушную оборону построить. Мишка, а сколько тут точек захвата? Много. А, тут их три. То есть мы сейчас только первое оборудуем. Получается, кетчупа надо закинуть на вторую? Сейчас подождите, я себе тут побольше, конечно, обороны построю. Танк уничтожен. Нет, не уничтожен, он все еще жив. Сейчас, ну... Так. Можешь на вторую... Ну, подойти к ящику и взять вторую кнопочку просто. Мне нужно, нажать... Да, мне нужно два ящика сюда. Так, погоди, так, вот я ящик. Вторую кэрри. Да, есть, все. Поехали. Два ящика нам нужно. Бегу. We have some problems. Еще, первый. Пожалуйста, один быстрее. У меня шифта нету, чувак. Там танк в снеге запрятался. Тащу как могу. Ничего, нас вот на вертике прикрывает. Давай. Почему у меня сейчас такие жесткие сбрасывай, вайпы из мафии? Когда я в мафии в порту ящики таскал, блин, тоже скорее. Так, хорошо, это тоже будет простреливаться?
Да. А, да, оно тоже простреливается. Только тут обороны побольше. Это какие бункер, читерские он чисто для дома? Хранения. Офигенно! А, нет, поверь, они не читерские, их ломать можно. Я понимаю, нет, я в смысле того, что через них ты простреливаешь, а тебя нет. Ну, они быстро ломаются. Один выстрел с какой-то ПТ-САУ и все. А, то есть можно просто прикоснуться к этой ручке, она открывается, закрывается. Я понял. Но фишка в том, что... А, можешь вертолет убрать? Я тут пушку поставил. Я не хочу по нашему вертику долбить. Ай! Сзади, сзади! Всё, сейчас... Я ответка кидаю. До свидания. Я просто хотел вертушку убрать, а ее... Ну-ка, она еще заведется после всего этого? А, нет, сейчас нужно ящик. Сейчас, подожди, я ее отремкаю. Я ее отремонтирую сейчас. Как бы тут еще и специальный инструмент для ремонта. Какой, а, только нужно пару ящиков. Сейчас. Я полечу еще на грузовике. Я понял. Да, я сейчас еще на грузовике приеду к вам. Откуда ящики, кстати? Ящики? Они с вертика. Они есть в каждом? А, да. Ну, почти. Ну, нет, не, да, они есть в каждом вертике. А, сейчас... Скажи, да. Катушек, он мне ко мне. Мы к вертику. Неси к вертолету. Только вот сюда ложи. Так, по нам... Можешь, пожалуйста, выстрелить потом? Сейчас, 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 сейчас. Попробую прикрыть, бегу. Блин, 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 блин. Копать. Копать, хоронить. Где он? Все, я ремонтируюсь. Блин, он... Блин. Он... Ну, мы умерли, все. Они там внизу, вне Ладно, поля. Ладно, надеюсь, он так не взлетит, все, у него нету винта. На тебе! Блин, меня расстреляли. А, ничего, я сейчас вам на грузовик... Он пришел прямо к нам, хочет стрелять туда вплотную, чувак. Так, не-не-не, я его уже отвинтил, все, нормально, я ему все колеса сбил. Вот эту, вот эту штуку надо убить. А вы там выживете, просто да, я... Да-да-да, норм, норм. У меня тут сейчас 10 ящиков. Я убил одного чувака, который приехал на машинке. А танк... Сейчас на вазике, подождите, я к вам машинка. На вазике. Есть! Точно попадание в башню. А ему нужно убить всех... Ну, короче, ему нужно именно человека убить. Я знаю, знаю, Карл. Я как бы играл в это раньше, я понимаю. Просто я говорю, что урон неплохой нанесся. Мне сейчас один выстрел в переднюю часть, и я отъеду. Ты что, захватил тачку? Не, ну, да, я ее захватила, ехать на ней уже нельзя. Ну, я знаю, просто... Где? Я к вам еду, подождите, я к вам еду на вазике. Ах, вот ты, гад! На тебе! Вон он, на скале! Есть! Классно. Сняли, сняли чувака. Там едет еще что-то. Разгружайся, разгружай меня. Сейчас бегу. Давай. Ай, дверь, чертова дверь. Блин, давай, вот этот просто... И все прячем в бункер. Шок-контент. Все, бежим. Я танк украл! Нам уже половину бункера сломали. Круто, но я тут два танка отбил пока что. Вот эту БТР отбил и этот, ну это... Минуточку, как называются колесные БТР? Ну, БТР и так колесный, ну ты понял. Ну, колесные. Не, я имею в виду вот эти четырехколесные, потому что БТР это ж типа большие, там у них восьмиколесники, что ли. Я пойду за ним. Я, к сожалению, не знаю. Вообще это просто колесники. Ну да. Есть такая тема. Танки на колесах. Колеса на танках. Или машины поддержки пехоты. Ну, да, 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 кстати. Но он меня постоянно сажает на эту штуку. Так нужно посерединке выходить. Меня качает. У меня королевский тигр. Наверное, сейчас сюда. Тыгарь. Ну все, привет вам, парни. Кто? По нам стреляют с ракет, с вертолета. У нас нету ПВО. Сейчас, погоди. Я сейчас быстренько нам заблокирую ПВО. Да нам бы сюда просто тачку подогнать, которая бы... Блин, тут машина горит. Может сесть в нее и сгореть? К сожалению, не получится. Так. Блин, а не работает? Ну-ка. Ай, блин, из нее даже стрелять теперь нельзя. Не то, что... ПВО сдохло. Давай, гаси. А, это ты чуть не сдох, я понял. Да, это я. Все. О, мы...
я разменялись своей жизни. Разменялись, да, да, да. Для того, чтобы спасти вас. Так. Ну ты там сам без меня справишься? Да пока что вроде живу, сейчас я вот тут ящик снаружи затащу, не знаю, что он тут делает. Прикинь, этот троянский ящик. Заносишь его, а тут начинает тикать часовой механизм. О, ну я к вам, наверное, на грузовом перечу. Давай, наверное, слушай, давай, наверное, другую точку захватывать пойдем. Я тут пока что покукарекаю, или что, или дальше, или где? Чего каникулы? А, понимаете, вау. Ну, как бы все остальные точки захвачены нами. А-а-а. Нам сейчас нужно войти в глухую оборону. Ну, у меня тут мирно падает снег. У меня все хорошо. А, блин, а сейчас мне придется сражаться с другими вертолетами, которые более сильные, чем я. Вон вижу твою вертушку, плывущую по небу. Да, я сейчас должен быстренько как-то попытаться. На Альфе. Альфа. Значит, Альфа. Я есть Альфа и... Ой, там... Не, это уже сбитый, который, да? Я ну все, доломал. Добить, чтобы... Я понял, да-да-да. Чтобы уже не забирали. А, так, смотри, лови. А, вот пушка тебе. Куда тебе ящики скинуть? Я прижала пушкой. Куда тебе скинуть ящики? Я не знаю, я выбраться не могу. Ладно, я сейчас отпускил. О, я вниз сел? Стой! Нет, это я винтовку достал. О, есть, есть, есть! Я... Нет! Отпусти меня, чудо-трава! О, к нам еще один грузовик приехал. Да, по-моему, я просто тупо застрял. Сейчас мне надо бы... Знаешь, я человек-пушка, я пошел в атаку. О, спасибо! Есть, свобода! Нам сейчас грузовик надо, чтобы оттащить пушку обратно, да? К сожалению, этой пушки больше не существует, потому что, блин, она сама двигается. Она ладно, она нам просто будет мешать, так что я ее уничтожу. О, тут грузовик без колеса. А, вот там... А как стрелять с верхней турели на грузовике? А, на Б. Это пулемет. Понять. Принять. А, и там слева можно... Ну, видишь слева модель, да? Ну, как... Короче, типа модельки управления там. Arrow steer, mouse steer, да, я вижу. Да, да, да. И поменяй на стрелочки. Понял. И ты сможешь стрелять, да, вот так. Через мышку. О, гораздо удобнее, согласен. В общем, я его сюда подгоню, потому что из этого хотя бы можно по. Кто? Зачем ты это сделал? А, хотя... он хотя бы можно по вертолету стрелять из этой штуки. А, это урона ему мало будет наносить. 50-миллиметровый калибр для легких вертолетов, я думаю. Ну, хотя черт его, ладно, посмотрим. Понимаешь, с зенитки даже сложно подбить вертолет именно по хвосту. Вот даже маленький. Почему, когда я летаю по на вертолете, меня буквально любым плевком сбивают? Вот почему. Да, если попасть пушкой по вертику, особенно в хвост, то это сразу минус. Так, ящик, я его, пожалуй. Почему я пытаюсь их на F брать? Наверное, чтобы выразить уважение ящику, такой нажимаешь F to pay respect. Так, у нас есть. Тут куча ящиков, около 30 штук, мне кажется, нам это на всю жизнь хватит. Да, да, вполне возможно. Живая вертушка, полуживой грузовик, два бункера. Можно нам еще забор сделать? Давай, раз уж мы играем в Animal Crossing сегодня, давай еще и забор сделаем. Ну подожди, я хочу вот это. Что? Как ты? Это что, радарная вышка? А, ну, нет, это вышка для снайпера. А где взять снайперскую винтовку? А, к сожалению, в этой игре ее нет. Зато вышка для них есть, круто. А как забраться? А, сейчас я лестницу построю. Оно идет неукомплектованной лестницей, вот это прикольно. Так, у меня уже... Так, кстати, а насчет пушки в вертолете, она там была? Пушка в вертолете, в смысле? Ну, ты двумя вертолетами притащил две пушки. То есть, если ты берешь чинук, у тебя изначально там укомплектована пушка и строительные материалы? А, да, как бы. Но если. Ну там есть два вертолета. Ну, один штурмовой и один грузовой. Нет, один штурмовой, второй грузовой. Ну, то есть с пушкой, а третий с зенитным орудием.
Два... Погоди, погоди. Он часто залагивает. На чинуках. Чинуков есть два, две модели или три? А, две. Две. Два чинука и один Хью. Ого. Мне кажется, мы что-то не понимаем. Но нас лох напал. Давай, давай, разноси его. Ну, чинуки это... Ой, блин, а, блин! Есть, да. Я пошел в бункер отстреливать вражину. Так, похоже, вот так тоже можно забраться. Что-то. Так. Да, только так, кажется, можно забраться. И сюда просто можно спуститься. А, я... Выведи так. Его сюда. Мне сейчас еще нужно пушку себе тут построить. Кстати, вот единственный минус, то, что ты не можешь постоянно... Ну, строить вот много всего. Идет. Нет, знаешь что, все равно сегодняшняя серия выводит геймплей на абсолютнейший новый уровень, потому что, наверное, стыдно такое говорить, но я вот обо всем вот этом вот не знал, сколько времени играю в Armored Patrol, и при этом это довольно популярная игра у нас на канале, и я этого всего не знал. Нет, просто такие как бы мне нравятся такие режимы. Да, но мы обычно просто берем технику и валим кого-то бить, или нас бьют, а тут прям... Ой, я просто показываю другой геймплей, который вы не знаете. Нет, это правильный геймплей, вот в чем прикол. Вот так вот нужно оборонять точку, а не то, что происходило раньше. Не, ну конечно, можно взять тигра и чисто стоять на точке несколько десятков минут. Привет, дружище. Но просто я считаю это интересней. Это, естественно, это интересней. А, дверь в бункер закрой, он тебе может залезть. Блин. Он мне сейчас стенку пробьет и залезет. А, ну да, так тоже. Яй, блин! Да, пока я закрывал дверь, он сбил стенку. Так, ладно, я сейчас прилету. Ладно, все, я беру тигра. Я сейчас прилету. А, не-не-не, иди ко мне, я сзади, поехали на тигре. Ну ладно. Че, мне на пулемет сесть? А, давай ты будешь стрелком. Ой, меня убили. А тебя. Давай, ты за пушку отвечаешь. Как мне на нее переключиться? А, ты уже на пушке. Нет, у меня ничего не работает. Ну то есть ни R, ни F, ни мышки, ни стрелки, ничего. У меня вообще орудие не обозначено слева, как будто я ничем не управляю. А ты на какое место сел? На зеленое. А сейчас? Нет, ничего вообще не происходит. О, погоди, что-то отобразилось. Ну все, ты стреляешь. А? Ты стреляешь теперь. Да, я просто... Ох, блин, снег, ты там не захлебнешься. О, привет, кетчуп. А, потолкни нас, пожалуйста. Ну ладно. Ты знаешь, сколько лошадей в этом джипе, на котором он поехал? Да, подожди, ты сейчас только ты управляешь оружием. Я знаю, я сейчас попытаюсь... Вы прошли танковую школу? Вы так метко стреляете. Вали, маневрируй! Какой маневрируемый? На тигре, нас никто в жизни не пробьет. Опа, минус колесо. Смоляй по ящикам. По каким ящикам? У него внутри ящик. Да блин. А, это боеприпас? Боезапас, типа? Ну да, это боезапас. А так, нам борт отбили. Правда. Да! Я тебе почему говорю, маневрируй. Так, сейчас вот этого чела. А, нас туда могут с пулемета убить. Ну вы, конечно, напросились. Все, я взял свой кибертон. Пол хпшки ему снял. А, против нас еще один тигр. Да. Так, одного еще. Раздолбали. Сейчас дошло. Так, все. А, к нам нам запрыгивает. Залезть. Зачем ты выпрыгнул? Я сажусь. Меня хотят убить. А, погоди. Я его застрелил. Я тупо... Зачем, блин? Граната. Что происходит? Нам гранату кинули, я живу. Я убегаю. Нас не успели спасти. Ладно, не страшно. Серьезно, так, погоди. Давай на маленькой вертике. Так я и говорю, вот тут есть два чинука и два... Нет, тут четыре чинука. Это же самое.
Вот иди на второй этаж. Точно, маленький на втором, я забыл. Почему? Я раньше вроде как умел бегать, почему сейчас shift не работает? Что происходит? Тебе надо купить бег в магазе за поинты. А-а-а. Да, но я он бесполезный. Ну, просто тупо быстрее передвигаться. Так, погоди, в чертовой пирамиде, где этот второй этаж? Вон, я тебя вижу. Чисто по твоему нику буду ориентироваться. А, я жду, я жду. Да-да-да, я уже тут. Двери скоро закрываются, да, да. Следующая остановка. Следующая остановка Альфа. Да залезь ты! Черт, вот так. А, стоп, подожди, а тут нету пулемета? А, блин, нет, ну что-то же есть, смотри, у него вот эти... Сбоку это что? А, сядь на вот эти... Ну, короче, на пулемет, да. А, я тебя буду посрать, ты будешь с РПГ стрелять. Нет у меня ничего тут. Ну, купи себе РПГ. Где оно вообще покупается? Шоп? Где покупается РПГ, чертова? А, вот Repair Tool я вижу. Бинокль, Flare Gun, Building, Helmet, Flash, Super... Блин! Мне кажется, уже не нужно РПГ покупать. Я уже не могу, у меня тяга не работает. Это максимальная высота, на которую я могу подняться. Валим домой. Ну да, наверное, лучше домой. Нам еще сейчас хвост отобьют и вообще будут над землей. Этот вертолет сбили, не беспокойтесь. Так а толку, если наш вертолет уже не летает практически? Но все еще летит. Зачем ты вылез? Не надо. Зачем? На то я ремонтируюсь. Ладно. Так, возвращаемся в магаз. Где, в каком покупать? Так, премиум. Так, нет, это премиум, это не то. Динамит, гранаты, премиум. А, РПГ, вот, есть, вижу. А. Ну, я так понимаю, что дверь надо открыть, да? Сейчас, секунду. У меня ремонтировалось. Я в магазин также зашел. Такое ощущение, что ты проапгрейдил вертолет, когда ты его починил. Он, по-моему, стал выглядеть круче. Знаешь, такой pimp my ride. Как ты починил вертолет? Ну, у нас же играет этот читер-волшебник в команде. Что ты хочешь? Правда. А че я починил? Откройте мне дверь, а то я нас взорву. Так, немножко поинтов вы оставили. Об этом пожалеете, вам будет очень жраль. Смотри, видишь бункер, да? Я вижу танк, но я не знаю... Ой, что-то попал. А, на танк ты не достреливаешь. Достреливаю, 15 хпшки ему нанес. А, они в бункере не закрылись? Нифига себе, я себе махину засквернил. Зачем ты это сделал? Захватывай, вылазь. По мне что-то стреляет. Живи. А, там, да, там чилик. Я по нему сейчас тоже буду стрелять. Все. Есть, вижу минус. Вон танк. А, да, еще танк, помнишь, маляет. Можешь там за пушку сесть? Ее как раз только что разбили. А, тогда а не, норм. Прячься, нормально, прячься. Она еще работает. Прячься. А, просто прячься, я его разбил. Прячься. Да норм! Он тебе с пулемета сейчас убил. Ладно, ладно, понял, не норм. Я думал, что я его из пушки сюда успею раз. Ну, знаешь, когда люди дают тебе хорошие полезные советы, а ты продолжаешь тупо себя вести. Да, здравствуйте, это моя жизнь. Вот я сейчас без тебя не смогу. Я понимаю, сейчас попробую прилететь. Попробуй. Так, эй, Арти. Ну, блин, Арти, ты говоришь, глючит? Ну, пофиг, пойдем. Арти наоборот, нет, эй, глючит. Ага. А, ну вот, все, меня зажали с двух сторон, я уже не могу подняться. У меня управление работает на 50%. Не зря Скайрим меня лучил. Вспомнил навыки Скайрим. Ты на Альфе, да? А, вон, я тебя вижу. Мне уже всю кабину разбили, как бы. Я уже не могу летать нормально. Так. Всю кабину разворотили, это когда у тебя 8-й раунд в боксе. Все. У меня чисто кресло осталось. Летающее кресло, нормально. Кстати, точка-то наша, если чё. Блин, всё, я труп. Так, вертолет уже сломался, не получится я его... Спасите. У тебя на Т ракеты с самонаведением. Я знаю. А, всё, я беру тогда Катюшу. Сейчас я этого чувака попробую... Уже минута до конца раунда осталась.
Ай, блин! Не делай так. Главное, чтобы желтое наведение было, когда стреляешь из ракет. Ай, не попал. Он пытается маневрировать, но это ему как бы частично только помогает. Но, по крайней мере, он занят. Да ёлки, а где наведение? Ох, блин, это было близко. А у нас кто-то есть на альфа? Есть! Пол хпшки ему снял. Я не знаю... У меня уши отвалились. Кто у тебя? У меня уши отвалились, можно так не кричать? Извини, пожалуйста. А, у нас в бункере дверь открыта. А точнее, закрыта. И тут нам, блин, нам все ящики подбили. Ну, я думаю, мы выиграем этот раунд, нет? А, ну да, мы выиграем, конечно. У нас 2247 очков. 1502. Неплохо. Спаун кэмп. Насколько это плохо и насколько это отразится на твоей карме? Сейчас посмотрим. А, у меня есть ракетницы, я тогда иду тоже. Ну все, мы выиграли. Ну, типа, да, мы просто пришли к ним на базу и о, все. Мы победили, красные победили. О, неужели случилось? Спасибо, что помог. Вообще, просто открыл глаза на новый геймплей. Стало в разы круче. Э, чувак, а ты куда полетел? Зачем ты полетел? А, нормально, что уже как бы... Все, я купил мусорку. Ой, чуваку винт снес. Так, хорошо, красные победили, а дальше... А, все, я думаю, когда сервак-то обнулится. Чего ты купил? Я купил мусорку. Мусорку. Я купил мусорку. А, мусор... Назад не можешь стрелять. Стрелять из него? Назад нельзя стрелять. А, я понял. Ладно тогда, я думаю, будем заканчивать эту серию. По-моему, сегодня было очень классно. Большое спасибо за помощь, что пришел, поучаствовал. Было очень круто. Спасибо. Вот. И все, ребятушки. Думаю, увидимся в следующих сериях. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Пока.